репутация. То, что заслуживается годами. 10 лет, казалось бы, не такой большой срок. Но и за это время можно успеть заслужить себе имя. Спорт высших достижений. Скорость, вызывающая восхищение окружающих. Лыжный спорт сам по себе очень красивый и один из сложнейших видов спорта. Лыжные гонки и биатлон – трудоемкие виды спорта и энерготратные очень. Спорт, в котором поразить могут только реальные достижения. Результатами биологически активных добавок фирмы «Глорион» я был не просто поражен, я был ошеломлен. До приема препаратов пробежала дистанцию в 1 километр, и после приема через 2 недели я сбросила со своего результата сразу 6 секунд. В 2006 году мы были девятыми. Девятыми на чемпионате мира среди студентов. И вот 2007 год, мы приезжаем, и мы вторыми. Вице-чемпионы мира. Для нас не то, что был шок. Вот я понял, что действительно вот так работают вот эти баги. Спорт запредельных нагрузок, не подвластных обычному человеку. Они берут у меня вес 100 килограмм. Как? Девочка, она весит 60 килограмм, берет 100. В спорте высших достижений, чтобы побороть соперника, нужно сначала побороть себя. Но в этой борьбе с собой спортсменам важно сохранить здоровье, чтобы к концу карьеры не сойти уже с жизненной дистанции. Занятия армрестлингом подразумевают упражнения, определенные не только для мышц, но и для суставов. Чтобы избежать определенных рисков, связанных с данными упражнениями, эти два предмета помогают. Прыжки на батуте и воду – это высоко координированный вид спорта. И для того, чтобы справляться с вот такими высокими, большими нагрузками, нужно непременно получать какие-то дополнительные витамины. Мы принимаем витамины фирмы «Глорион», и нам они очень помогают справляться с нашими нагрузками. Я много раз участвовала в чемпионатах России, занимала там призовые места, в том числе первые. Заняла 2-е место на юношеском чемпионате Европы и участвовала в чемпионате мира. При подготовке к соревнованиям нагрузка у ребят значительно возрастает. Компенсировать вот эти вот затраты только за счет обычного питания практически невозможно. Необходимо вот добавлять те вещества, те, значит, продукты, которые не получает спортсмен в повседневной жизни. Карате – это удары, а дзюдо – это ловкость. Поэтому я хочу. Я не хочу ударять, я ударять и так умею. А ловкость, она мне поможет во всем. Репутация России складывается из побед наших спортсменов на мировом уровне. Из их достижений складывается репутация и продукции «Глорион». Продукции высших достижений. Это в 2008 году сборная России по греко-римской борьбе. Это единственная сборная. Всю предолимпийскую подготовку она прошла на наших спортивных программах. Первая медаль, золотая медаль для России была принесена именно в сборной России по греко-римской борьбе. Препарат «Элемент-2», формула «А». С 2009 года включен в медико-биологическое обеспечение сборных команд России. Сегодня биологически активные добавки «Глорион» используют спортсмены олимпийских сборных России по греко-римской борьбе, вольной борьбе, волейболу, дзюдо, лыжному спорту и биатлону. Моя цель – быть первыми на Олимпийских играх, как летних, так и зимних. И я думаю, что наши спортсмены, которых мы сейчас ведем, и наша та молодежь, которая подрастает, они будут там. И мы будем гордиться нашими спортсменами, которые будут полностью употреблять тот продукт высшего класса, который предлагает компания «Глорион». Дмитрий Орлов – известный стилист, парикмахер, визажист. Его имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса. За сутки, прерываясь на 5 минут только один раз в час, он создал 59 разных образов. Именно Дмитрий впервые открыл для своих звездных клиентов коллекцию декоративной косметики «Интайс». Инна Чурикова, Анастасия Заворотнюк, Валерия, Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Евгений Плющенко, Яна Рудковская, Дима Билан, Елена Корикова, Юлия Савичева, Екатерина Гусева. В портфолио Дмитрия десятки обложек самых ярких глянцевых журналов России. Дмитрий является членом Академии парикмахерского искусства «Велла Долорес» и «Боско ди Чильеджи».
а также преподавателем британской школы визажистов MossMake. Его имя широко известно не только в России, но и за рубежом. Друзья называют его русским Диором. С момента появления декоративной косметики для губ Entice Дмитрий всегда отдает ей предпочтение в своей работе. Как только Entice появился в свободной продаже, я, естественно, позаботился о том, чтобы его в первую очередь получили в качестве подарка мои звездные клиенты, такие как Настя Заворотнюк, Яна Рудковская, певица Валерия. И, конечно, эта косметика главным образом понравилась моим звездным клиентам, потому что много ухаживающих компонентов, соответственно, привлекли большое внимание с их стороны. Репутация. Так важно для каждого это слово. Сегодня репутация компании определяется тем, как российские и мировые звезды с ней работают. Но для холдинга Glorion в первую очередь важна оценка их клиентов. Не имеет значения, известны это люди или нет. Потому что вся продукция Glorion доступна не только тем, чьи имена мы изо дня в день встречаем в ленте новостей, а каждому, кто хочет получить красоту, здоровье и молодость. Пользуйтесь продукцией Glorion, которой доверяют эксперты, врачи, косметологи и профессиональные спортсмены. Их имена и достижения гарантируют вам результат.